Всем добрый вечер, добрый день, то есть, дорогие друзья. Короче говоря, у нас время 12:47. Я сегодня уже один раз в город съездила, мне надо было по делам по своим быстренько на полчаса буквально. Приношу извинения. Потом сходила на почту, мне надо было денежку снять с карточки, чтобы ехать потом в город, потому что денег на дорогу не было. И сегодня мне идти на прием. И мне надо будет ехать сегодня на прием. Вчера я ездила на спирографию. Вчера так и не рассказала. Кое-как мы, конечно, сделали спирографию, потому что дышать мне все еще тяжело. Одышка у меня сохраняется. Ну, я стараюсь в день 4-5 раз делаю ингалятор. У меня уже он здесь стоит недалеко. И делаю постоянные ингаляции с биродуалом. Ну, аналог биродуала астмасол. И по-другому просто никак. Ночью тоже приходится, но чаще всего я делаю это ночью, потому что ночью мне вообще дышать тяжело. Я не могу путем спать. Я не на боку, я не на спине, на животе кое-как. Ну вот, голос пока, видите, какой он у меня хриплый, пока не восстанавливается еще. Но ничего, восстановится, и все нормально будет. В целом, ходила, когда денежку снимала на почту, там у нас привозят всегда новые журналы и всякие школьные такие прописи, всякое такое. Я взяла Мариночки. У нее, по идее, прописей очень много. Но вот мне понравилась вот такая вот пропись. Короче, взяла вот такую вот пропись. Сейчас вам покажу, какая. Видите, тут прописывать прям буковки и слова. Очень она мне понравилась, по стоимости 98 рублей. И тут она, интересно, вот именно буковки. Марина еще пока, она пишет, по идее, буквы, все это пишет. Но немножко у нее... Извините, пожалуйста, у нее немножко наклон она не так делает. И я все пытаюсь этот наклон... Извините, пожалуйста, сейчас вот этот вот, эта вот одышка сейчас будет постоянно. Короче, наклон пытаемся ей поставить. Также увидала, привезли новые книжки. Давно уже хотела взять, но вот все не успевала. Или очень большие классы были, там, например, 6-7 класс. Но вот увидела нынче у нас на почте вот такие вот книжки. Решаем задачи, первый класс. Тут именно идут задачи. Вот так вот покажу вам. Надеюсь, вам видно будет. Там все вот так вот. Я хочу с Оксаной завести. Да, я знаю, что Оксана во втором классе, но все равно мы с ней прорешаем эту книжицу. Здесь алгоритм решения задач разного типа. Составление задач по рисункам и схеме. Проверочные работы, использование тренажера в образовательном процессе повысит эффективность обучения. Оксана у меня сейчас на дистанционном обучении, поэтому времени у нас хватает. Ну, вот сейчас, конечно, с уроками, уроков много, но вот впереди два выходных и, надеюсь, сделаем. Также увидала второй класс. Решение задачи. И тоже здесь вот разные задачки, вообще разные. Мне понравилось. Я давно такое хотела, искала, чтобы с Оксаной заниматься. И также нашла еще за третий класс. Думаю, пускай будет, потому что редко такие попадаются. Тут примеры уже. Тут примеры уже. Видите, вот они. И вот здесь вот написано, какие вообще есть книжки. Я бы с радостью бы еще бы и остальные купила бы. Вот у меня есть решаем задачи первый класс, второй класс. Вот я бы еще первый, второй взяла бы еще решаем примеры. А на примеры только был третий класс. Ну, в целом, вот такие вот... взяла деткам развивающие журнальчики. Будем заниматься с ними. Потом постараемся как-нибудь вам показать, как мы занимаемся. Ну, в целом, вот такие вот у меня. Сегодня мне надо еще зайти в больницу, забрать результат спирографии. И пойдем к терапевту. Муж со мной тоже, скорее всего, поедет, я не знаю.
потому что потом надо зайти купить сахар, и у меня пока сил нет тащить все это. Поэтому у нас дома одна пачка сахара всего осталась. Надо купить. Так что вот такие вот, ребята, у нас дела. Какие новости у нас? Егор сдал первый устный экзамен. Вроде бы все сдал. Учитель написал, что все прошли, все сдали. Поэтому я очень переживала, очень нервничала. Все хорошо, слава тебе, Господи. Егорка сам бедно переживал, нервничал, боялся, что не сможет сдать. Но все вроде прошло более-менее. Поэтому вот такие вот, ребята, у нас новости. Пью я лекарства горстями. Лечусь я. Как немножко силы появятся, потому что, честно, сил вообще, вот я сходила на почту, и все, я просто не могу. По поводу того, что... Извините, пожалуйста. Сейчас быстро суть завершу и за ингалятор сяду, потому что начинаю задыхаться опять. По поводу, писали, Настя, как у тебя с весом? Вес сейчас у меня 84 килограмма. Еще минус 2 килограмма. Ну, это из-за того, что я еще болею, я ничего есть не могу. Как многие заметили, у меня сильно опухла шея. Извините, пожалуйста, просто сейчас надо срочно садиться за ингалятор. Иначе я сейчас так вот и буду задыхаться просто навсего. Ладно, дорогие друзья, буду завершать и садиться за ингалятор, потому что дышать вообще тяжело. Берегите себя и свое здоровье. Всем говорю пока-пока. Дорогие друзья, всем добрый вечер. Я съездила в больницу. Короче говоря, по легким у меня все в порядке. Ну, по анализам вроде более-менее гемоглобин у меня 132 или 136, что такое. 132 гемоглобин. Извините, я сейчас потому что задыхаюсь и сил нет говорить. Пониженный калий крови. И, как врач сказала, скорее всего, сердце. Назначили мне сердечные препараты. Я их заказала. Завтра, надеюсь, придут уже и начнем пить лекарства сердечные. Продолжаю дальше лечение, то, что до этого назначила терапевт мне. И в понедельник мне назначили на ЭКГ, а во вторник я пойду на УЗИ сердца. Я врачу говорила, то, что у меня нет, прихватывает сердце, и ни валидол, ни корвалол мне не помогает, а помогает спазм снять только нитросорбит. Поэтому вот так вот. Ванечка, ты что там делаешь? Ты сейчас все магнитики уронишь, сына. Короче, мы со Светой зашли в магазин, сделали кое-какие покупки. Меня тут муж встретил. Купили томатную пасту. Колбасу, батончик. У нас дома закончился соевый соус. Извините, пожалуйста. Поэтому я большую бутылку взяла. Также деткам взяла йогурты. Вот такие вот агуши. Они сейчас были по акции по 28 рублей. Тут 4 штуки. Еще 4 штуки упаковочка. И один вот такой вот еще. Ну вот, 9 штучек, короче говоря. Дальше я себе брала сок попить. Так и не выпила, потому что курила. Побоялась холодное, короче говоря. Дальше. Взяла вот такие вот, вот таких вот два порошка. Это с курагой. Два с курагой я взяла. И с изюмом паста. Тут, наверное, штучек 5 с изюмом. Или 6, не знаю. Вот, короче, последние забрала. Так, это что? Это твое, это убирай. Дальше. С
Света пить хотела. Она сегодня со мной в больницу ходила, потому что у меня голова кружится. Я пока, блин, не могу никуда одна ходить. Поэтому кока-кола попейте. У Оксаны закончился пластилин в школу. Я увидела, взяла пластилин. Также девчонкам взяла вот такие резинки. Света, разделите между собой резинки. И вот такие вот резиночки еще взяла. Резинки быстро... Ванечка, иди, пожалуйста, поиграй пока. Быстро в негодность приходит. Извините, просто воздуха не хватает. И поэтому резинки мы покупаем очень часто. Держи, Машенька. Так, это у меня Света попросила. Как, Света, это называется фигня, Свет? Она... Позови ее. Короче, пока Света не пришла, я покажу. Вот такие вот две помады еще взяли. Вот это вот как называется? Хайлайтер. Какой-то, короче. Держи. Также две помады взяли. На, отклей, пожалуйста, и я покажу их. Сейчас Света откроет и покажем. Также я детям обещала как-то, что мы деньги получу, куплю торт. Купила опять торт им. Потом мы сюда заходили в магазин, в овощной. Взяли пакетик винограда детям, фрукты. Это твоя. Света, Светина вот такая вот. Помада, короче. Вот так вот называется. А вот это моя с блёстками. Не знаю, видно, нет, будет вам блёстки там, короче говоря. Я потому что помады вообще никакой нету. Дальше. Взяла мандарины. Деткам, короче, фруктов набрали. Взяла яблоки. Если ты много будешь есть, у тебя живот лопнет. Поняли? Если он будет много есть, у него живот лопнет. И свекла. Свет, убери. Также я еще взяла 10 килограмм сахара, но я поднимать не буду, потому что мешок тяжелый. Зашла в магазин, взяла снежок. На ночь попить его. Машинка, убери. На ночь, короче, попить вместо ряженки не было. Две булки белого. Взяла. А? И два молока. Все, вот такие вот, ребята, все были покупки. Ты йогурт ждешь? Сейчас я тебе открою. Бери бутылочку йогурта. На Марине отнеси йогурт. Бери, Машенька, йогурт. Бумажку сразу выкидывай, раздавай йогурт. Вот еще йогурт на раздай, кому там еще. Егорке дайте, всем дайте. Детский получил, вот детям фрукты набрала, и йогурты набрала, и всякое такое. Лекарство себе заказала, сердечные, что мне назначили. Будем пить лекарства, куда деваться. Кому еще не дали? Катя. Ну, а что брать? А Егорке дала? А ну все, Катя, тогда еще. Ну, когда папе. Маш. Папе. Тут Катя на мой. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот была закупка небольшая. Пишите, что думаете. Что считаете. Я знаю, что сейчас много плохого напишут. Мне сейчас не до этих плохих комментариев. Мне сейчас просто хочется выстрелить. Очень сильно хочется. Я устала. Я ужасно устала от такого состояния. Ладно, всем хорошего дня, всем хорошего вечера и всем пока-пока.